Переплыть водоем и получить за это награду. Кубок чемпионов Swim Cup на открытой воде добрался и до Люберецкого округа. Соревнования на Кореневском карьере собрали более 200 пловцов со всего региона. 3, 2, 1! В этом заплыве нет проигравших. Каждый пришел побеждать самого себя. Кубок чемпионов Swim Cup – это первая в России международная серия соревнований по плаванию для всех желающих. Профессионалы так готовятся к первенствам. Для любителей это возможность испытать свои силы. У Евгения Елисеева из Москвы на Кореневском карьере состоялся дебют по заплывам на открытой воде. Потом у меня большой спор, надо будет плыть уже на время, а сейчас я просто пробую. Пока плыву, я это все ненавижу. Когда доплываю, мне все это очень нравится. Кубок чемпионов на Кореневском карьере дал официальный старт сезона плавания на открытой воде московского региона. В программе соревнований 4 дистанции на выбор. Вооружившись чипами с датчиком времени, спортсмены наворачивали круги по водной глади карьера. 4 километра за 1 час и 4 минуты. Лучшей в своей возрастной категории и самом длинном заплыве стала Елена Сидоркова. Выход на пенсию стал поводом для женщины активно заняться здоровьем. В итоге регулярное плавание привело к многочисленным победам на соревнованиях и как никогда отличному самочувствию. Вместе с плаванием я еще и путешествую. Есть возможность ездить в другие города, участвовать в соревнованиях, видеть вот такие акватории замечательные. Это моря, озера. Это чувство вот молодости, силы, здоровья прежде всего. Это великолепное увлечение. Это особый мир. Серия соревнований Swim Cup уже 7-й сезон объединяет единомышленников со всей страны. Новый старт в новой локации собрал 220 пловцов от 12 до 65 лет. В какой-то степени это сформировавшийся костяк любителей. Swim Cup придумался для того, чтобы популяризация плавания, популяризация здорового образа жизни и дать возможность не только профессионалам выступать на открытой воде, но еще предоставить эту возможность для любителей, для людей, которым просто нравится это делать. Теперь Кубок чемпионов начнет свои сезонные гастроли по городам. Следующие соревнования примет Крым. Анна Троян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ,